впервые прошли соревнования по метанию молота. Вот. Они в дружеской обстановке состоялись. Поле еще, правда, не готово, но мы уже видим, что можно здесь бросать на 60 метров. Поэтому... Все. Поэтому, да, первый рекорд подстёпок состоялся. 11.60 Юрий Лобкаев. Да, ну и руководители у нас не отстали. 9 метров и 80-75. Молодцы. Вот. Немножко сдает у нас Козыренко Николай. Но сегодня у нас именинник, поэтому ему прощаемся. А он рекорд, надеюсь, побьет все-таки. Да, это его инициатива. Итак, дорогие друзья, первое соревнование, Кубок Дружбы, села Подстёпки завершились. Поприветствуем друг друга.